Огромный всем привет и доброе утро. Наш рабочий день начинается с ответа на вопрос, часто задаваемого, что входит в стоимость чернового ремонта. Давайте поподробнее здесь мы с вами разберемся. Ну, первое, мы разрабатываем планировочное решение, куда входит план перегородок, план осветительных приборов, план розеток, расстановка мебели. То есть вам не придется вообще ничего думать, за это думает у нас проектировщик. Далее, закупаем, доставляем, разгружаем весь черновой материал. Что туда у нас входит? Какой черновой материал входит в стоимость и какие работы? Первое, стеновые блоки, газосиликатные или керамзитобетонные. Мы выкладываем все перегородки согласно вашего проекта, который вы согласовали с проектировщиком. Далее, штукатурим стены марки Knauf, туда входит, это германская штукатурка, входит в стоимость чернового ремонта. Также проводим проводку с установкой подрозетников и электрощитка с автоматами Schneider. Все по ГОСТу, не переживайте. Монтаж системы с учетом материалов, отопление первое, зависит, конечно, от выбранного вашего отопления, там может быть и теплый пол и так далее, водоснабжение, канализации, вентиляции. Ну и финишным заканчивается ремонт, это монтаж стяжки пола. Здесь надо понимать, она может быть механизирована, либо вручная. Весь черновой ремонт начинается у нас от 13 тысяч рублей, это с учетом всех материалов. Разница почему от, вы скажете, и давайте вот здесь мы проговорим сразу заранее, почему у нас происходит удорожание. Ну, например, если у вас газовое отопление, и вам нужно будет сделать теплый контур отопления водяного пола, здесь мы добавляем 2000 рублей за квадратный метр. Если здесь у нас в вашем доме не работает лифт и очень сильно высокий этаж, то, конечно, придется вам... Ну, мы будем обговаривать, в зависимости от площади вашей квартиры, коэффициент будет добавляться. Также, если в вашем жилом комплексе есть какие-то колонны, ригельная система, которую нужно будет штукатурить, это дополнительные затраты, здесь мы тоже будем делать определенную наценку. Ну и финишным, опять же, зависит от стяжки пола, которую я вам уже сказал, потому что если в некоторых комплексах, например, «Континент», не разрешена механизированная стяжка пола, ее нужно делать вручную. Поэтому вручную это работа, это труд, это поднимать весь материал. Не за 3 часа, грубо говоря, залить эту стяжку пола, здесь происходит удорожание. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всего вам хорошего. Так, это у нас жилой комплекс «Континент». В нем у нас есть 2 квартиры, уже, в которых производят чистовой ремонт. Давайте посмотрим, дизайнерский ремонт, очень интересно, поэтому смотрите видео до конца. В этом и в этом корпусе. Так, на 5 этаже 47 квадратных метров, сейчас уже докладывают ламинат. Вот, но здесь уже готовая ванная, осталось только затереть швы. Очень достаточно сложная работа, вот такими вот небольшими плиточками, да, выкладывать в ванную комнату, а тем более здесь вы видите большинство стен именно из нее. Здесь полноценная ванная, керамогранит, вот, будет натяжной потолок, ну, в принципе, очень даже неплохой будет ремонт. Здесь будет инсталляция, и пойдемте посмотрим. Дальше мы проходим сюда, в помещение, это у нас кладовка, здесь уложили керамогранит, в этой стороне у нас спальная комната, вот такие вот потолки. И будет плинтус скрытого монтирования, то есть заподлицо стеной. Это очень, ну я вам скажу, сложная работа, вот, потому что нужно было штукатурить именно до того момента, чтобы уже устанавливать вот этот вот плинтус. Вот, и пойдемте посмотрим, там идет обсуждение кое-каких моментов. Еще одна кухня-гостиная. Вот такая вот. Сейчас пойдем в следующую квартиру и посмотрим, какие у нас обстоят дела там. Так, на 10 этаже у нас площадь побольше, тоже такая на две стороны двухкомнатная квартира. Здесь коридор, пока еще сюда плитку не доложили, в процессе все, давайте посмотрим. Смотрите, какая огромная, большая, длинная плитка, это не паркет, ребят, такую плитку ложить очень достаточно сложно. Вот, санузел уже весь готов, обратите внимание, что даже установили всю сантехнику. Очень даже красиво получилось. Вот. Далее сейчас будут доделывать вот здесь вот кухню-гостиную. Стены уже подготовлены под обои.
разводка вся электрическая сделана. И есть еще две спальные комнаты. Спальная комната вот здесь. Также будет все сделано плиткой, потому что здесь установлен газовый котел. То есть отопление здесь уже монтировано, напольное есть. И вот в этой уже комнате полностью, фактически, да, вот чуть-чуть осталось подрезать здесь. Готовая уже плитка доделана. Так что следите за выпусками этой квартиры. Если вам нужен дизайнерский ремонт, тоже связывайтесь с нами. Мы покажем вам готовые наши работы. Вот он, один из наиболее приятных жилых комплексов, который не стыдно показать. Это жилой комплекс «Балкан», который находится в Сочи. И посмотрите, какая придомовая территория с зоной отдыха здесь уже присутствует. Хотя здесь еще люди только-только начинают делать ремонт. И статус квартира, интересная цена. Покажу вам буквально пару-тройку предложений. Есть видовые в сторону моря. Здесь отличные открываются панорамы. На цокольном этаже этого здания есть магазин «Магнит». В общем, в принципе, для жизни очень даже неплохой жилой комплекс. Также есть и парковка, и придомовая гостевая парковка, освещение. Дом настоящий, комфорт, класс. На каждом этаже есть картины. В общем, ничего делать не надо. И приятная атмосфера обстановки самого дома. В общем, пойдемте посмотрим. Сюда мы приехали не просто показать вам какие-то предложения, а еще показать вам этап работы, который мы здесь производим по ремонту. И если вы купите здесь квартиру, а здесь квартиры сдаются с получерновым готовым ремонтом, мы с удовольствием вам поможем здесь сделать ремонт. Посмотрите, какая отделка в подъезде. Лестничные марши. Каждый полуэтажа будет встречать вас вот такими картинами. Здесь будет зона консьержа. Здесь есть лифт, причем бесшумный. Ну, в общем, хороший комфорт-класс, на мой взгляд. Так, планировка 46,4 квадратных метра. Цена 10,620. Здесь уже выполнены перегородки, отштукатурены стены. Раз спальная комната. Посмотрите, какой бомбический здесь вид. Вы просто посмотрите. А, как вам? Смотрите на море. Сегодня ясная погода. Просто зачет. Тонированные окна. То есть сразу видно, что жарко вам не будет. Единственное, здесь нет электропроводки, но есть разводка по отоплению. Смотрите, угловая еще одна спальная комната. Тоже вид боковой на море. Есть балкон. Вот такой балкон. Саша тут по ремонту вопросы решает. И вот это у нас кухня. И газовый котел. Минимальные будут у вас платежи по коммуналке. А также с кухни вы можете наблюдать за припаркованным вашим автомобилем, играющим на детской площадке ребенку. Или кто-то там сидит из гостей, ждет вас, пока вы придете отдыхать на зону отдыха. Есть поменьше площади, пойдемте, я вам покажу. 31 квадратный метр, 6 миллионов 470 тысяч рублей. Это однокомнатная уже квартира. Смотрите, также есть перегородки. Здесь выделен санузел. Это получается кухня, в которой, по идее, можно расположить вот здесь вот диван, он будет раскладной, мало ли что, вдруг у вас приедут гости, или оставлять как большую просто гостиную и, повесив телевизор, использовать ее как мини-зал. И стандартных размеров кухня. Все это можно дело купить в ипотеку, проблем нет никаких, вид получается в противоположную сторону, не на море. Вот, но отсюда и цена 208 тысяч за квадратный метр на сегодняшний момент. Это самый дешевый квартирный статус. Поэтому, ребят, предложение хорошее. Также есть здесь балкон. Балкон, я думаю, что впоследствии по-любому люди начнут стеклить. Но мне уже нравится, что есть крепление под кондиционер и есть слив под воду. На всякий случай, если будет сюда капать водичка. Под уклон все сделано. Вид здесь тоже неплохой на холмы и горы. Так, предложения здесь еще есть, они разного характера, есть большие планировки, как я уже показал, в разные стороны. Ну, не так их, конечно, много, но звоните, подберем вам наилучший вариант.
Ну и пойдемте посмотрим, что у нас там по ремонту, потому что дизайнерский проект у нас уже есть на руках. И будем немножко двигать перегородки, которые уже здесь поставлены, потому что не совсем людям нравится именно то, что они хотят сделать. Так. Квартира 35 квадратных метров. Вот таким вот образом. Вот. Квартира 35 квадратных метров. Вот таким образом ее распланировали. То есть вы видите, немножко смещаются здесь перегородки. Давайте посмотрим, как она у нас по плану выглядит. Заходим сюда. Это гардеробная. Здесь у нас санузел. Вернее, здесь прихожая. Вот это вот гардеробная. Здесь нет электропроводки, поэтому заранее тоже делаем, видите, штробу под кондиционер. Здесь будет гостиная, здесь будет спальная комната, здесь будет кухня. В общем, все будет достаточно интересно. Ну и также есть здесь балкон, но на балконе делать ничего не надо. Вот, сейчас выставили новые стены, будем штукатурить, потом будут производиться электромонтажные работы. После этого... В принципе, уже сдаем черновой ремонт и начинаем уже чистовой, после того, как стены подсохнут. Интересный проект, следите за ним. И если вы будете приобретать здесь квартиру в жилом комплексе «Балкан», я постараюсь сделать для вас интересную скидку и, соответственно, на ремонт. 37 квадратных метров уже с ремонтом от застройщика, 9537 ее цена, 255 тысяч за квадратный метр. Настолько отличается цена от 208 тысяч и 255. Но единственное, эта квартира видовая, поэтому она тоже очень интересная. Вы видите, здесь на полу сделали плитку. Санузел сделан вот таким вот образом. Сантехники нет, вы ее возьмете и купите, приобретете сами. Перегородку, либо у вас будет шторка, что угодно. Дверь, в принципе, такая интересная. Неплохая, серенького цвета. Дальше заходим сюда. Это у нас кухня-гостиная. 37 квадратных метров. То есть позволяет здесь сделать кухонную зону. Здесь обеденную. А вот в этом месте поставить диван как раз. Кондиционер будет здесь. И здесь будет телевизор и огонь. И посмотрите, какие шикарные виды. Это прям самая-самая середина. Вот такие виды, которые не передать просто на самом деле через камеру. Вот. Ну и пойдемте еще одну спальную комнату посмотрим. В ипотеку тоже это возможно. Она вот таких квадратных размеров. Обои на любителя, конечно, но поставлены выключатели не дешевые. Остается только установить люстру, закинуть сюда необходимую мебель. И все, у вас готовая квартира. Можете заходить и жить. Давайте выйдем на балкон. Здесь на балконе можно поставить ротанговую мебель и наслаждаться, пить кофе по утрам, смотреть на гладь Черного моря. Как вам такое предложение, ребят, с ремонтом, без ремонта? Хотите, купите. Без ремонта сделаем мы вам. Хотите, вот готовое предложение в ипотеку. Пожалуйста. Жилой комплекс «Новая Заря». Очень интересный комплекс. Комфорт класса, ну, фактически как бизнес, редкий случай, когда вы найдете такой комплекс в городе Сочи. У нас здесь две квартиры, в которых мы делаем черновой ремонт. В обеих квартирах уже фактически заканчиваем черновой ремонт, в одной из которых необходимо сделать только разводку сантехническую. И уже две квартиры будем делать стяжки пола. Пойдемте вот в один из корпусов, зайдем, посмотрим, какие там сейчас изменения и какая проведена уже работа. Смотрите, какой красивый подъезд, подсветка, керамогранит. На 9 этаж мы с вами поднялись, пойдемте посмотрим. Дверь аккуратненько замотали пленкой, это наш логотип. Вот, и на сегодняшний момент, вы видите, уже все стены сделали, электрику закончили. Планировка 37 квадратных метров, это кухня-гостиная. Раньше здесь была перегородка с рамой, то есть это была часть балкона. Теперь мы ее объединили, и получилось очень-очень даже симпатично, светло, красиво. Это еще у нас сейчас пасмурная погода. Если будет солнышко светить, то вообще огонь. В этой стороне спрятанный, получается, у нас газовый котел и коллектор. То есть сейчас мы будем делать теплый пол по полу, и, соответственно, здесь уже
Частично, правда, здесь будет уже батарея, вот вы видите. Начали уже сантехнические работы, провели уже магистраль под подключение кондиционера, трасса так называемая, да? И еще получается у нас здесь что? Здесь у нас под шкаф будет, и санузел. Выполнили перегородку для душевой, для душевого уголка. И уже проштробили необходимые штробы, да, под установку, инсталляции и так далее. В общем, работа кипит. Сейчас на вторую идем, да? Да. Пойдемте в следующую квартиру, которая расположена вот в этом соседнем объекте. Ну и если у вас есть квартира в Новой Заре, пожалуйста, не стесняйтесь. Можете нам звонить, потому что опыт работы с управляющей компанией и так далее у нас уже есть, проблем не будет никаких. Соседний корпус, 6-й этаж, планировка 27 квадратных метров. Небольшая такая вот студия. Два окна, есть выход на балкон. В этой стороне, как вы видите, сделали нишу под шкаф-купе. Всю электрику туда закинули. Автомат у нас, вы видите, Schneider. Все подписано, все аккуратненько. Подрозетнички уже установили. Работала наша бригада по электрике. Сейчас наконец-то у нас есть электрики, которые делают электрику буквально за 2-3 дня, в зависимости от самого проекта. И вот здесь вот выделена вот таким вот образом кухонная зона. С кухни есть возможность выйти на балкон. Балкон я выходить не буду, сейчас открыта дверь, чтобы просушивалось. Все, в дальнейшем именно этот проект мы будем продолжать. Чистовой ремонт, поэтому следите. Будет все очень интересно. Ну и санузел, ну здесь особо сейчас не все видно. Поставили перегородку между санузлом, то есть здесь будет здесь ванна, душевая, да? Душевая, здесь стиральная. Здесь стиральная машина. Здесь унитаз? Унитаз. Здесь душевая. Ну, в общем, все отлично, все хорошо. Дизайн-проект будет, да. Вот это вон, да, тут листочков полно. В общем, интересный будет проект. Конечно, на нашем канале будут все подробности чистового ремонта. Тоже следите обязательно за этим проектом. Ну и обращайтесь к нам по поводу ремонта. На обратную дорогу у нас, по традиции, после хосты около Кудепсты пробка. Поэтому едем мы уже обратно в офис. Рабочий день закончен. Ребят, звоните, если нужна информация по недвижимости, по ремонту в Сочи. Жду ваших комментариев. Поставьте лайк нашей работе. Желаю вам хорошего солнечного дня. Приезжайте в Сочи. Всем пока.